Всем привет! С вами я, Виола. Добро пожаловать на мой канал. И я хочу поделиться следующей ситуацией. Пришла посылка из Москвы от Ольги. Оленька, я вас приветствую. Спасибо вам большое. Посылка была неожиданной. Мы не знали о том, что она к нам идет. Сняли мы распаковку с Марьяшей. Марьяша обожает, когда приходят посылки. Огромное-огромное спасибо всем, кто нас так балует. Не устану повторять. Но произошел казус. Я совершенно случайно удалила видео. Вот. И не смогу показать вам распаковку. Я покажу вам то, что нам пришло в посылке. И, ну, вы сейчас сами все увидите. Итак, первое я хочу показать вам вот такой шоколад. Очень интересный здесь, значит, состав, но постилки из шоколада с карамельным вкусом, орех пекан, ванильная морская соль и стоите. Вот, очень интересно, мы еще не пробовали, как чувствовала, не открывали шоколад, иначе было бы обидно не показать его. Вот такая красота. Посмотрите, какой он стильный, стильная какая упаковка. Мне нравятся вот такие всякие мелочи. Они придают определенный какой-то изыск. Ну, я люблю. Так, следующее, что я хочу вам показать, девочки, это вот такая игрушка елочная. Я уже приспособила здесь вот такую петлю. Это вот такой мышиный король. Марьяша уже определила его как самую любимую елочную игрушку. Она была в полнейшем восторге, она столько с ней возилась, собственноручно повесила ее на елку. Вот, и елку, кстати, елку у нас еще стоит, я не планирую оставлять ее до будущего Нового года, но все никак руки не доходят. Мы с Марьяшей должны ее раздеть, скажем так, потом я должна ее собрать. Елка у нас очень высокая, 8 ярусов, и надо все это сложить, смять вот эти ее иголки. Ну, такой процесс достаточно долгий, и все, я никак не соберусь. Не знаю. И она у нас такая красивая, хочется на нее подольше полюбоваться. Но сейчас разговор не о ней, что-то я как-то ушла. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какая у него роскошная мантия, и какой он сам вообще красавец. И к этому году великолепный подарок. Марьяша знакома с этой сказкой «Щелкунчик». Она даже ее вам вкратце так рассказала. Ну, жаль, конечно, что то видео вот таким вот образом я... Знаете, как получилось? Я несколько раз пыталась снять, начать приветствие, как-то там что-то обрывалось, что-то меня отвлекало, и получилось несколько кадров. И я вот когда их удаляла, и я удалила даже вместе с ними и видео. Вот такая вот накладка. Такой человеческий фактор, ну что делать. И вот, вот такой красавец, мышиный король. Очень большая игрушка, ну, классная, Оленька, огромное вам спасибо за нее. Так, аккуратно, стоять она не будет, так я ее уложу. Так, следующее хочу показать вам вот такую гламурную сову. Игрушка была в коробке, сова была тоже в коробке, сова благополучно переехала уже ко мне на кухню, я не храню коробки, я их как-то не очень люблю. Только если есть острая необходимость, допустим, обувные коробки, так еще что-то, но в массе своей все коробки у меня сразу уходят в утиль. Вот такая сова. Посмотрите, какая гламурная мадам. У нее глазки, носик, грудка выложены стразами. Вот такая прелесть. Совы мне очень нравятся. Не знаю, сами птицы эти, они вызывают у меня трепет, уважение какое-то, почтение, я бы сказала. Ну, и вот такая сова. Но это не просто сова, это чайница. И вот, пожалуйста, здесь чай. Девочки, спасибо вам большое за то, что присылаете мне чаи. Я люблю кофе, обожаю. Это не к тому, что вы мне присылали кофе, нет, ни в коем случае. Но я к тому, что чай я обожаю
ну, можно сказать, в равной степени чай я пью очень часто, и вообще у нас страна чая. Азербайджан у нас, ну, любят. Я уже говорила как-то, что кофе у нас не так популярно, как чай. И вот такая прелесть. Вот такая совушка, красотка. Так, давай вот сюда. Ой. Следующий подарок, это тоже прям любовь-любовь, то, что мне нравится, то, что я ношу с огромным удовольствием. Очень часто, практически всегда, по сезону, конечно же. И это вот такой палантин совершенно невероятных оттенков, моих любимых. Здесь есть грибные оттенки, как я их называю. Это помесь лилового с коричневым. Вот у меня такое определение, я им даю. И роскошный вот такой палантин с бахромой. Хочу еще сказать, что недавно я купила себе оверсайз такой жакет. И все, думала, надо будет к нему какой-то шарф. Хотя у меня много шарфов всяких разных, и не только шелковых. И я думала, что надо будет, пашмина у меня есть там в энном количестве. А думаю, надо будет что-то к нему подобрать, вот именно к этому жакету. И вы не поверите, вот Ольга как будто в воду глядела. По цвету, по... Прошу прощения. По палитре этот палантин вот идеальнейший просто вариант к моему. Ой, давайте я его уберу, я боюсь. Не дай бог, чтобы с ним ничего не случилось. Да, давайте сову тоже уже подвину вот так в сторонку сейчас, потому что будет еще кое-что, чтобы я все это не повредила. Вот, и идеальная палитра здесь к моему жакету. Хочу также показать вам состав. Я, когда его взяла в руки, боже мой, это так приятно. И думаю, да или нет? Да. Здесь совершенно невероятный состав. Здесь 30% шелка и 70% кашемира. Представляете, вот такой роскошный палантин. Так у него выглядит. Изнаночная, скажем, сторона. Кстати, можно ее также использовать в зависимости от того, какой наряд выбираешь. Вот такая прелесть. Очень красивый. Ну, Оленька, спасибо вам большое. Состав, расцветка. Но это нечто сказочное. Вот такая прелесть. Так, покажу вам одну еще вещь. Это последнее, то, что было в этой посылке. Я не поверила своим глазам, когда я это увидела. У меня не хватит слов благодарности. Вы сейчас сами поймете, о чем разговор. Давайте я вот так подвину его тоже. Пусть он как бы будет здесь. Девочки, это... Посмотрите. Нет, все-таки. Посмотрите. Это вот такая книга, подарочное издание «Сокровища Алмазного фонда России». Я вам не могу передать, какой это тяжелый такой том, скажем. Ну, она в коробке. Вот так это выглядит. Ух ты, сейчас. И вот сейчас я как-то не выражаю тот восторг, который у меня был, вот первое мое впечатление, но, знаете, он как-то у меня не то чтобы поутих, он у меня просто вот стал более таким спокойным, размеренным. Я эту книгу уже и так полистала, и сяк полистала, и почитала, и это бесподобный подарок, бесподобный. Я в невероятном восторге, и я не знаю, как какой эпитет подобрать, какие слова благодарности Ольге высказать за вот такую книгу. Здесь иллюстрации, фотографии, история возникновения вот этого фонда. Видите, история сложения коллекции. Девочки, ну, конечно, нам, ой, женщинам, такое смотреть, это комиссия Москва, 1922 год.
Я хочу показать вам буквально пару фотографий. Екатерина. Ой, посмотрите. Посмотрите. Какие здесь украшения? Я хочу найти кое-что гранатовое. А, Марьяша очень восхитилась. Сейчас я постараюсь тоже эту картинку найти. Погремушкой царской. Какие серьги, да? Свадебная фотография великой княгини Елены Владимировны, 1902 год. Диадема, венчальная корона, серьги, вишенки, аграф. Ой, боже мой, посмотрите, какая красота. Это хризолиты. Так мне нравится, как вот главы. Вот так они разделены, и здесь идет не очень видно вот виды огранок на таком матовом плотном достаточно листе, вот как будто виды огранок обозначены. Но это действительно сокровище по содержанию, по смыслу и по подарку. Вот, я хотела показать вам вот эти гранаты. Я извиняюсь, у меня кашель все еще есть, я усиленно лечусь. Посмотрите, какие гранаты. О, сапфиры. Это без комментариев. Посмотрите. Как вам такое? Эмаль. Здесь серебро, золото, бриллианты и изумруды с аметистами. Так, хочется мне найти все-таки ту погремушку, которая Марьяшу так впечатлила. Посмотрите, какая корона. А, настолько качественно выполнены фотографии. Вот ты на них смотришь, и такое впечатление, что вот хочется аж потрогать. Как будто камни, они живые. А, как будто они, ну, вот просто ты можешь их взять в руки. Боже мой, какая это невероятная просто красота и, конечно же, роскошь. Ну, царская роскошь. Ну, это... Вот какая тиара. Султан из страусовых перьев. Эргетка. Я хочу показать вам этот султан. Вот сюда вставлялись страусиные перья, и получалось вот такое украшение. Как это выглядело. Оленька, я не знаю, вот изумруд. Здесь такая гемма на изумруде. Это золото, изумруд, бриллианты, алмазы, огранки, роза. Посмотрите.
Странно, не могу найти эту погремушку. А, вот она, я ее пропустила. А вот, неизвестный художник, портрет Александра I в младенчестве с погремушкой в руке. И вот такая погремушка, Марьяша, она понравилась неимоверно. Здесь золото, серебро, бриллианты, рубины, изумруды и слоновая кость. Посмотрите, вот такое. Погремушка-свисток. Я нахожусь под огромным впечатлением от всех тех сокровищ, которые хранит алмазный фонд. Понятное дело, что я думаю, что не только я, но и многие из вас, девчата, смотрели какие-то передачи и какое-то представление слабое, или, ну, я, по крайней мере, слабое имею о том, что вообще в нем находится, но, опять-таки, повторюсь, я его имею. Но здесь, конечно, эта информация просто на поверхности перед глазами, и это такое огромное удовольствие владеть этой информацией. Я хочу еще раз поблагодарить Ольгу за такой царский подарок, за все то, что она нам прислала. Огромное вам, Оленька, спасибо. Ой. У меня тихий такой восторг. Благодарю вас. Ну вот как-то так, мои дорогие. Я хочу еще раз сказать спасибо большое всем, кто нас балует, всем, кто относится к нам с такой любовью. Она взаимна. Я благодарна каждому зрителю своему, каждому подписчику, каждому случайному гостю. Оставайтесь с нами. Я буду очень рада. Все, дорогие мои, будем с вами прощаться. И я хочу пожелать вам всем всего только самого доброго. Берегите себя и берегите своих близких. А с вами была я, Виола, и мы еще обязательно увидимся. Всем пока, мои дорогие.